Евгения, подскажите, если при исповеди человек называет определенный грех, а после исповеди вспоминает еще другие случаи того же греха, они прощаются? Ну, конечно, прощаются. Вы не должны описывать грех, так сказать, мастерской кистью живописца. Блуд есть блуд, все. А там такой блуд, а вот так. Не надо ничего этого. Воровство есть воровство. Ну, если спросят по конкретизации, конкретнее расскажите. Ну, в принципе, не надо.